Вопрос, как тебе кажется, где лучше всего назначить первое свидание? Первое свидание в кино. В ресторане, ресторан. Один вопрос, очень легкий и простой. Как вам кажется, где лучше всего назначить первое свидание? В кафе. В кино. Ну, наверное, просто погулять. Первое свидание? Даже не знаю. Ну, такое, на скидку давайте, место любое. Ну, в театре. На природе. А почему именно на природе, как вам кажется? Ну, вдохновение, бывает, что приходят какие-то там свои авторские. А вы сами откуда? Узловая станция Татаурова. Любовь. Откуда идете? Спасибо вам огромное. Что-то можно высказать, свое мнение о природе, там, о вдохновении. Получить. Ну, да, получить. Я сам лично романтик, люблю гитару, музыку, поэзию. Первое свидание. Даже не представляю, давно это для меня было. Ну, думаю, что, наверное, где-то на, ну, вот, где-то на Арбате. Не знаю, наверное, в кафе. Где лучше всего назначить первое свидание? Где встретились, там встречайтесь. Ответьте нам на один простой вопрос. Где лучше всего назначить первое свидание? В ресторане. В каком ресторане? Не знаю, в самом лучшем, наверное. Мужчина, можно вам задать очень простой вопрос? Скажите, пожалуйста, как вам кажется, где лучше всего назначить первое свидание? На Арбате.